Всем привет! Очередная партия за пиратов и последняя, в общем-то, фракция, за которую я не выкладывал видео, головорез. Пора прочувствовать всю эту пиратское братство окончательно, понять, какая фракция лучше. Ну, мне каждую, за каждую играю, каждая вроде прикольная. За головореза еще не выкладывал. Вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Спонсоры, кстати, эту серию давно уже посмотрели. Спасибо им большое за поддержку. Давайте глянем, какая у нас способность. Плюс одно очко пиратской славы за каждые 50 открытых клеток на карте. И все морские юниты могут идти, меняя галсы. Но это вот... Так, а почему оно не работает? А, вот сейчас только начинается. Вот, эти менять галсы. Но я, наверное, пока не буду использовать. Я хочу подойти и так сделать. Потом так. Будем города сразу захватывать. Мне понравилась рок-бразилец карта. Сюда можно сходить, а тут... А это далековато. Ну, в принципе, норм. В принципе, норм. Поехали. Потом еще Гваделупу захватим, я думаю. Блин, я уже привык, что по несколько раз могу атаковать. Ладно, не в этот раз, видимо. Все. Стартуги мы уже сняли, баблишко. Дальше поедем, наверное, к Гваделупу. Или... стоит ли мне этот... Вот тут у нас еще... Ну, это, видимо, пиратский тайник какой-то. Блин, убили. Хреново. Ладно, давайте, мне кажется, я хочу вот эту сначала. О, тут аж их две штуки. И там соберу пиратское сокровище. Так, давайте только мы вот так подъедем, чтобы ближе было. Я пока не использую способность, потому что тут нам мало ездить надо. Катя мог прошлым ходом скорее. Наверное, прошлым ходом надо было использовать. Что ты за мной бегаешь? Уйди. Блин, недостаточно очков. Ладно, тогда, собственно... Вот сейчас, наверное, все-таки используем. Так. Блин, это, по-моему, глюк выглядит. Это, видимо, сюда должен приезжать караван. Но пока эта фигня глючит. Так, давайте мы так проплывем. И попробуем Гваделупу следующим ходом начать атаковать. Вы потопили. Это не я потопил точно. Кто-то потопил. Вот это просто сюда обычно все караваны приплывают. И, видимо, эта фигня до сих пор. Так, собираем, высаживаемся, атакуем, атакуем. Да, но этот город мы следующим ходом должны точно захватить. Ага, ну вот и караваны поплыли уже. Так. И промоушен. Ну, я хочу здесь постоять, чтобы забрать своего парня. Пока вот могу атаковать после... могу двигаться после атаки, возьму. Так, я больше городов не вижу. А, вон, Санта-Марта. Отправимся в Санта-Марту. Вот стоило город проатаковать... О! Нашел какой-то клад. Стоило город проатаковать, может, для опыта. Не знаю. Так, ну я, кстати, дерусь меньше... А нет, тут еще накопитель меньше меня дерется. Блин, не хватает очков.
А через сколько ходов у нас это? Через 3. Ну, я соберу клад, пойду в Санта-Марту, ее ограблю, а потом попробую вот этого пирата. Но тут, правда, нет, тут далеко еще караван серебряный, так что должен успеть этого пирата убить. Потому что там с караванами их слишком дофига, там слишком дофига юнитов. Так, ну давай что-нибудь хорошее. Просто сокровище. Ну, такое. Следующим ходом подплываем к Санта-Марте. Опять берем в команду и высаживаем сразу. 46 сила. Должны захватить. Должны захватить. О, еще какой-то... Трик боевой мощи против морских юнитов. Нормально. Это приятненько. Так, атакую. Мне бы, конечно, двойную атаку где-нибудь заполучить. Да, тут уже, конечно, 46 сил, тут уже посложнее. Тут на 43 они быстрее брались. Вот тут сокровище. Короче, я гроза северных морей в этой партии. Чисто на севере тусую. Блин, как-то... Что-то как-то хреново берется. Город... Ну, раз я уже взялся, надо будет его взять. Убьют, скорее всего, вот этого. Да, давайте я, наверное, подплыву, захвачу этот караван. Следующим ходом я подплыву сюда, высажу. Блин, все равно как-то не берется город. Я, наверное, отсюда обстреляю. Да, да. Я возьму свою способность. А, нет, смотрите, еще жив. Так, значит, смотрите, делаем так, ускоряемся. Сюда подплываем, обстреливаем. Этот умирает. Теперь мы... Раз, два, три, четыре. Так. Почему так? Чтобы вот тут не терять... ходы. Да, следующим ходом, по идее, город должен упасть. И вот так, чтобы не обстреляли у Леогана. Так, тут накопитель тоже неплохо идет. У него, кстати, больше всех битв. Вообще у всех больше битв, чем у меня. Угу. Отлично. Знаете что, я даже, наверное, его заберу. А, нет, он уже не сможет сесть, да. Но он, кстати, должен выжить. Мне кажется. Мне кажется, он даже должен выжить. Грабим города. Еще и на Тринидад сбил. Ну, блин, все, они уже посильнее. Эти города посильнее. Да, выжил, вы смотрите. Отлично. И я даже его заберу. Арр. Да, на 46 уже посадил. Мне надо прокачать быстрее на двойную атаку. Капер. Тогда будет повеселее. Тысяча 140 жуткий пират уже собрал. Интересно, я вообще кого-нибудь встречу за эту партию? Опять этот парень выжил. Раз, два, три.
Нет, мне сюда все равно надо. Так, ладно. Обстреливаем. Этот умирает. Высаживаем еще одну команду. Есть, отлично. Следующим ходом уплываем отсюда. Кстати, я даже кораблей не вижу особо, с которыми у меня были бы столкновения, поэтому города и граблю. В общем-то, где корабли? Вообще не видно никого. Мне бы парочку захватить. Вот, например, вот этот. Попробуем. Это вот отсюда они спавнятся. Давайте вот так встанем. Следующим ходом попробуем его захватить. Так. И... Есть захват. И он даже выживет, этот корабль. Отлично. Он пишет, что ему не нравится. Ненавидит, когда... Флот с сокровищами появляется прямо над тобой. Потому что к этому моменту невозможно большой флот создать. Ну, так просто не дерись. У меня в прошлом видео, я помню, были такие моменты. Отлично. Пират подъехал, но мой этот обстрелял. Основной корабль, а не новый. Так, я в принципе могу попробовать и этот захватить еще. Да? Отлично. Ну вот этот флот мне уже нравится. Так, Большая Багама 46, Тринидад 46. Да, можно и тот город попробовать ограбить. Так. Этим как раз поедем к Большой Багаме. Раз, два, три, четыре. Блин. Значит, этим вот так мы подъедем. Этим вот так. И высаживаем сразу. Здесь стреляем. И апгрейд. Этим... Соберем. Отлично. Так, карта. Ну, до этой я все еще никак не доберусь. Вообще, мне надо использовать на своих кораблях способность быстро плавать. Сначала надо отремонтировать. Так, этот я отремонтирую, а вот у этого как раз сделаем ускорение. И поплывем сокровища находить. Так, а с этого я еще... А, блин, нету команды больше. Жаль. Может тогда сюда сплавать и поднять команду? Я ж потом успею вернуться. Угу. Да. Отлично. Ой, блин, а вот и флот. Так, в Тринидад мне пока не надо. Ну, то есть за сокровищем. Это только что появился флот. Это нафиг надо. Блин, вот этот... Так, здесь... Блин. Как мне тут лучше... Так, есть кому... Во-первых, я могу этот флот, например, вот этот корабль захватить, но... Он убьется. Поэтому лучше мне захватывать, например, вот этот флот. Вот этот корабль, я имею в виду. Thank you.
Ну что, я следующим ходом, я думаю, этот корабль, этот город, даже вот так, наверное, сделаем. Этот город ограблю. Значит, так. Немножко подальше от каравана. Город ограблен. Так, у меня нигде нету команды, да? Везде по нулям. То есть мне надо плыть в Маракайбо, например. Ну, давайте этот добьем. Починимся. Починимся. Напоминаю, что мы это еще можем закопать сокровище. Но тут и жуткий пират неплох. Капер вообще никакой. Он там пишет, конечно, у него 5 кораблей. Так, как бы так сделать, чтобы на нас испанцы внимания не обращали. Ой, это я плохо встал. Сюда надо. Да, пойду, наверное, плывать в другую сторону, вот так. Но я вот за этот корабль беспокоюсь. Блин. Ну это трындец. И Франция, и Испания все там. Да, ну это мухана, короче. Ничего не поделать. Жаль, жаль. Пожалуй, ограблю. Мне вообще так прикольно, что типа ты заезжаешь в Маракайбо, набираешь команду, а потом его грабишь этой же командой. Все, ну, я так во всех городах делаю. Элитные жеужики будут называться. Раскочегарился накопитель тоже. За счет сокровища. Это он закопал деньги. Но это он рано пока делает, я считаю. Так. Так, так, так. Давайте попробуем ограбить Маракайбо чисто кораблями. Получилось. Это значит, что мы команду сажаем на борт. Обстреливаем. Так, мне, знаете, что вот этот скорее корабль. Просто, чтобы Маракайбо не мог его обстрелять. Пока так. Ну, выглядит все вроде у меня неплохо.
Ходов через 12 надо думать о том, чтобы высаживать. Блин, мне вот этот корабль бы больше хотелось захватить, честно говоря. Но до него далеко. Блин. Очередной караван. Не хочется на него попадаться. Отлично. Ну, я думаю, что вот этот убьет его, но... В принципе, играемо. Так, нам нужна команда. Где нам в Сен-Мартене подобрать? Ну, я бы, честно говоря, сюда пошел. На Барбадос и... Адюльтеру, блин, что это за Эльютер? Адюльтера, блин. Туда бы вниз лучше поехал. Грозный пират далековато. Нет, не убил. Хм. Это хорошо. Так, лечимся. У этого запускаем быстрый ход. Сюда выплываем. У этого апгрейд. Надо отойти только от города. Вообще, я бы даже дальше сюда поехал, поискал сокровище. Вот оно. И здесь апнулся. Так, отлично. Все очень даже неплохо. И давайте здесь тоже ускоримся. Блин, еще и повышение получил. Кстати, две атаки сейчас будет. Да, отлично. Ну, все неплохо. Все очень неплохо пока. Пишет, это вообще несчастливая для меня игра. Я не встретил ни одного корабля, кроме флота с сокровищами. Не знаю, зачем это писать. Для чего? Так, а кто тут Барбадос так атакует? Кто-то с другой стороны Барбадос атакует, кстати. Нет. Хм. Прикол. Или атаковал кто-то Барбадос. Все. Собрали деньги. Так, ускоряемся, чтобы свалить отсюда. Обратно высаживаемся. Во, пойдем. Пойдем, может, этого пирата завалим. Так, давайте в Сен-Мартен заедем, подберем команду. Не буду его захватывать. Сокровище это. Я бы подобрал, наверное. Но не этим кораблем. Я вот тут отремонтируюсь. Не хватит мне очков действия. Ну ладно, постою, подожду. Давайте еще во Флориде Кис подберем. Нет, хотя слишком раненый юнит. Давайте вот так захватим. И посмотрим, кто у нас тут пират. Капитан Кит. Хм. Капитан Кит. Так, ну, мне уже нравится мой флот. Сейчас еще вот тут сокровища подберем.
Так, все неплохо. Надо теперь уже думать. Слушайте, я так уже полкарты в принципе избороздил. Надо уже думать, куда высаживать. Я бы вот отсюда убил бы этого парня, пошел бы сюда, высадил бы парня сюда, чтобы он сокровища начал закапывать. Но вообще тут в лидерах вот этот накопитель. У него и денег дофига, и очков больше, чем у меня, например. Дает золото за... Да, класс. Да, у меня, кстати, мало реликвий что-то находится. Этот сюда, этот сюда. Обстреливаем, обстреливаем. Угу, форт Буконьеров. Так, ну следующим ходом пирата мы, по идее, должны завалить. Пойдем сюда, во Флориду, Кис и Монсеррат. И вообще, с таким флотом, немножко сейчас прокачаем, можно попробовать... Блин, что он уехал. И ускорить не могу. Вот же ж тварь. Ладно, мы можем вот этого парня захватить. Ой, блин, придется убить, походу. Ну вот. Так, это у нас кто? Накопитель как раз плывет. Может, повоевать с ним? Быстро у нас есть чем заняться и так. Блин, ну придется убивать, ладно. С другой стороны, команда никогда не помешает. Ну, куда ты уплыл? Да ё-моё, что он так уплывает? Вот этим соберем. Видите, он в Сен-Мартене только что собрал команду. Блин, чувак, стой. Ладно, ускорим и сюда поплывем. Мне надо этого, блин, убить. Капитана Кида, блин. А тут надо фасткликать, чтобы во Флориде Кис собрать команду. Трындец. Ну это подстава просто вообще. Так. Тут нам надо валить. Пускай как раз накопитель разбирается с этим флотом. Это просто трындец какой-то появился. Это появляется флот сопровождения. Ну, кстати, а те флоты... Угу. Я здесь высажу парня, чтобы он сокровища начал закапывать. Блин, это уже разграблено, ладно. Буду свое закапывать. Но мне в Монсеррат надо заглянуть.
Блин, сейчас я боюсь, вот эта фигня... Нет, не подплыли. Окей. Хочу ли я убить этот корабль? Наверное, хочу. Нет, только тут пока так, аккуратненько. Чтобы не обстрелять. То есть мне надо подъехать, сразу взять и сразу высадить чувачка, чтобы он Эльютеру, Адультеру атаковал. Хватает? Блин, чуть не хватило. Ладно, по идее он не должен убить, я как раз сохраню. Нет, тут мы здесь постоим. Блин, в накопителе уже 5000 денег, нифига себе. Вон, кстати, его корабль какой-то. Ну, ты чё меня атакуешь? Ты жопа. Подплывем, пускай. Блин, мне вообще этого парня как-то забрать надо будет. Еще одно сокровище спрячет и все. Блин, у него до 6 уровня прокачано. А как это вообще? Вот это крутая штука. Это я крутую штуку нашел, даже не жалко корабль. Ну и, наверное, этот тоже сейчас погибнет. Зато город ограблен. Плюс к дальности и плюс 5 к боевой мощи. То есть я вот отсюда могу стрелять, видите? Хопа. Хопа. Ну, это мухана. Так, мне надо, похоже, подобрать вот этого парня. И высадить здесь, чтобы он закапывал сокровища. Бля, как вы так далеко уехали от меня? Блин, надо мою способность использовать. Я забываю о ней, чтобы я дальше ездил. Накопитель выиграет в первую очередь за счет большего количества боев все-таки. Так, высаживаем. Закапываем. Этот будет буконьеров.
ладно. Или надо плыть, блин. Наверное, надо плыть. Этот соберет, пускай все тут. Новый форт буконьеров, ну и хрен с ним. Я вот сюда за сокровищем. Так, если тут какие-нибудь корабли, что-то никого нету. Блин, надо было сначала проатаковать. Блин, уже на 100 очков накопитель обгоняет. И денег у него дофига. И у него флагман до 6 уровня прокачан. Если вы видели, это было хрен знает. Вообще выглядит как читерство. Честно говоря, я не очень представляю, как можно... Блин, как он может... То есть, и так мы каждый ход кого-то атакуем, правильно? Получаем опыт. Как можно было в тот момент уже до 6 уровня прокачать? Вообще не представляю, честно говоря. Да вот, отмотайте видео, посмотрите, какой-то ход был. А, нет, про атакую. Не должны, по идее, убить. Ну вот я вот просто сейчас задумался, 6 уровень это предпоследний вообще. То есть это еще один прокачка и все, это больше нечего брать. Как так можно было быстро прокачать на тот момент? Ладно. Потратим. Не туда я встал. Что он пока золото вообще не зарывает. 11 ходов всего осталось. Наверное, сюда стоит идти. Тут невозможно, тут я закопаю, но потом никуда идти, некуда будет идти, так что... Да. Так. Время Тартуги. 46. Ну, в принципе, норм. Вполне захватываемо. Ну, пошли эти сокровища пособираем. Вообще, пока, знаете, вот уже к четвертой партии я понимаю, что немножко не сбалансировано все это дело, потому что тупо выгоднее захватывать города, чем, например, с кораблями биться. То есть это больше даст тебе очков, чем битвы. И тем более там битвы, например, со страшными пиратами. То есть вот Синий занимается тем, что страшных пиратов убивает, я так понимаю. Ну, капитана Кида вроде я убил. И он отстает. Ну, накопитель пишет, что у жуткого пирата большой флот. Хм. Какой пират раскопал ваш клад? Интересно, это как-то на мои очки влияет?
еще видно влияет. Может пойти повоевать с ним? Но у меня флота нету. Особо воевать. Так, давайте вот это разграбим. 623 у меня был. Да, 567 уменьшилось. То есть, если раскапываешь клад, то... Да, трындец. Ну, это жопа. Он просто плавает за мной и собирает. Так, ладно. Я понял. Мне кажется, его надо... наказать за это. Это просто некрасиво. Ну, он до сих пор 6 уровня, кстати, плавает. Вот реально просто приплыл и разграбил мои места. Просто. Причем он знает, что это мой клад. И сам закапывает свои. Ладно, пора плыть, я думаю. Скажешь, как ты тут будешь действовать? Так, он пошел грабить. Ага, проатаковал. Я отступлю. У меня есть перемещение. Не хочешь догнать? Он, наверное, не хочет. Дурачок. Поймал меня своей способностью. Хорошо, давай посмотрим. Давай посмотрим, у кого... больше возможностей пострелять. Ну, тут синий, походу, победит. Благодаря зеленому. Я следующим ходом его догоняю. Ему хана. Нет, не совсем догнал. Ну, следующим ходом он умрет, я думаю. Так. Блин. Ну, понимаете, мы с зеленым занимаемся херней, в то время как остальные побеждают, благодаря тому, что он ходит, собирает мои клады, то есть он
выкапывает без того, чтобы закапывать свои. Он проиграет. Мы проиграли. Мы вдвоем проиграли из-за него. То есть вот он решил вот такую херню сделать. Сейчас будем фасткликать. О, класс, так вы без меня убили. Но он жив вот благодаря вот этому парню. Ну, зеленый молодец, конечно. Это просто вот 5 баллов, как просрать игру себе и просрать игру сопернику. Он просто, когда ты играешь в эту партию, ты видишь, чьи клады, ты знаешь, чьи клады выкапываешь. Он целенаправленно пошел, и вот его наказали. Имхо. Заслуженно. Он, походу, вот сюда пошел. Значит, его Сен-Мартен, по идее, должен убивать. Ну, тут, блин, синий победил. Я не могу больше очков набрать, к сожалению. Получается. А у зеленого просто больше ничего нету. Он там закопает, наверное, вот тут сейчас клад. Его проатакуют Сен-Мартен. Я сейчас подойду, наверное, в Сен-Мартене возьму. Ну, я, наверное, не успею, правда. Как-то ему помешать в данном случае, но то, что синий больше очков наберет, это стопудово. Когда у тебя флагман убили, что ты можешь тут сделать? Жалко, что не я убил. Ну, ладно. Возможно, я не самое лучшее место выбрал для закапывания. Ну, не знаю, где. Тут стоило, может. Не знаю. Ну, и попозже, возможно, они вот так. На каком я это там на 40-м ходу делал? Давайте, не знаю, разграблю. Ну, это мне уже не поможет никак. А ведь зеленому, по-хорошему, достаточно было просто не грабить мои сокровища, закапывать свои, он бы победил, мне кажется. Просто не трогать мои. Не знаю, зачем он... Ладно. Что уж говорить. Что я мог сделать лучше? Что я мог? Ну, мне кажется, я слишком рано стал сокровища закапывать. Мне надо было немножко еще потерпеть. Теперь тут высадиться, еще пограбить Флориду Кис, Сен-Мартен, Тартугу, Гваделупу, и вот тут повысаживаться, и тут все закапывать уже за последние 5 ходов, наверное. Да, пожалуй, именно в этом ошибка. То есть, если вы посмотрите, то в очках именно я в сокровищах проигрываю. То есть, не закопал достаточно сокровищ, там не пограбил. В пиратах норм, это я эти... захватывал их, блин, как их, ну, места, где пираты тусят. Меньше очков борьбы, но это просто потому, что у меня к этому моменту уже флот меньше был. Я бы набил больше очков, потому что, видите, потерял флот. Ну, собственно, как и зеленый, видите, он уступает красному и синему. Не надо у братьев пиратов воровать, ну, синий победил. Надо у братьев-пиратов воровать их сокровища. Вот давайте глянем по графикам. Вот золото у зеленого было, но он не смог его закопать. А красный, кстати, закопал. Но ему этого не хватило. Дальше количество сражений. Уберем компьютеры. Кстати, ровненько. Вот капер чуть вперед вышел. Я... на третьем месте практически вровень шел с... А у... между прочим, у накопителя меньше всего было сражений. Потеряно юнитов. Тут я на втором месте меньше всего потерял, собственно, капер. Всего один юнит потерял. А уничтожено юнитов. О, тут я мало уничтожил.
Ну, у меня сражения за счет городов были. То есть я города атаковал в первую очередь. Они, видите, с кораблями воевали. Вот в чем разница. Ну, вот такая партия получилась. Собственно, за все четыре фракции я сыграл. Ваши впечатления, надеюсь, почитать в комментариях. И вообще, как вам этот весь режим и как вам нравится это все дело смотреть. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!